Три библиотеки в поселке Развилка открыты всем желающим. Здесь есть место любителям литературы, искусства и прикладного творчества. В культурном учреждении проходит много выставок, приуроченных к разным праздникам. На этот раз посельчане готовились к Новому году. В преддверии чудесного праздника Нового года в культурном центре поселка Развилка в библиотеке проходит конкурс «Новогодняя фантазия». Участники конкурса – дети от 6 до 15 лет. Много желающих прикоснуться к волшебству. Около 50 детей придумывали, а потом мастерили красочные поделки и наслаждались творчеством. Я решила поучаствовать в этом конкурсе, потому что мне очень нравится делать всякие поделки, нравится очень рисовать. Мы думали с мамой и придумали лошадку такую. Мы ей делали сначала шили вот так, и она помогала мне шивать. И я туда пух затыкал, а мама зашила. В работах конкурсантов точное воплощение детских замыслов. Интересных, милых, трогательных. Этим выставка и притягательна. Когда мы делаем эти работы, мы фантазируем, придумываем и развиваем свое мышление, ну и делаем, вот, развиваем свои трудоспособности, сделать что-то своими руками. Банка, губка и немного ткани. Вот и у маленькой Влады получилась девушка-зима. Это лишь одно из увлечений, в которых девочка с радостью пробует себя. Мы очень рады, что предоставляется такая возможность нам участвовать в конкурсах. Конкурсы очень разнообразные. Это и поделки, и книги, и стихотворения. Но вот самые любимые у Лады конкурсы – это рассказы и стихи. На днях комиссия приступила к подведению итогов конкурса. Все работы, которые представлены на сегодняшней выставке, очень интересные, разнообразные. И каждая по-своему индивидуальна. Наши детки старались, и мы очень благодарны им за это. Вся комиссия затрудняется даже, кому давать какие места. Потому что одна интереснее другой работы. И дети, и взрослые очень увлечены вот этими мероприятиями. Насладиться искусственными творениями смогут все желающие. После определения победителей в библиотеке будет организована выставка. Новый год – мой любимый праздник. Мы с сестрой подготовили такую поделку и хотим пожелать всем тоже побольше участвовать в различных конкурсах. Дипломы, грамоты и ценные подарки. Поощрение детям за участие. Но главное ведь не победа, а сам творческий процесс и радость от прикосновения к чуду. Лариса Вольнова и я, Дамия Елена Кошелева. Видное ТВ.